Всем привет на моем 64-м стриме. Продолжаем проходить игру Lost Odyssey. Это шестая часть. Так, вспомним, на чем мы в тот раз остановились. Остановились мы на том, что нашли дочь Кайма, которая уже взрослая, выглядит даже старше, чем он. И она тут же и умерла прям у нее на глазах. Там у нее двое детей, мальчик-девочка, такие мелкие довольно, ну сколько им там лет, по 10, наверное, да, чуть больше, может. Вот, и после похорон, таких довольно-таки странных, они решили, ну, как бы Каин пообещал перед смертью этой дочери, что позаботиться о них, поэтому как бы, ну, по сути, они с ними должны пойти. Ну вот, но пацан убежал в лес, потому что якобы в этом лесу обитают души умерших. Ну и типа он с матерью хочет встретиться. Вот, и мы теперь идем, ну, нашей группы, плюс вот это... вот эта внучка его, по сути, Кайма. Отправляемся в этот лес, ну, чтобы найти пацана. Кстати, девчонку зовут Куки, а парня Мак, что ли, что-то я уже забыл. Ну, такие немного необычные имена. Так, сейчас, секундочку. Итак. Да, вот она, Кук. Скорее, все-таки Кук читается, а не Куки. Посмотрим, что она есть. 15-й левел. Оружие... Ранункулус. Так, 230 хп, очень мало. Ну, понятно, что она мелкая. МП зато 100. Ну, в общем, она очень не очень. Но зато магическая атака 258 аж. Понятно, она маг, на задний план ее надо ставить. Так, экипировать ей ничего лучше нельзя. Нет. А, вот здесь можно что-нибудь... Ну вот пусть хоть адамантиновое кольцо. А из аксессуаров... так... Ревелсис, пистолет, так... Ну и пусть вот, не знаю, иммунитет ко сну будет пока что. Потом разберусь. Да, и... Она, соответственно, смертная. Как и Дженсен. Поэтому учить скиллы не может. Формация. Тогда поставить... Тогда поставить можно сет на передний план. А эти двое пусть сзади будут маги. А сет уже будет очень больше все-таки в атаку уходить. Ну вот как-то так. Вот их комнатка. Вот, Кримсон, ну, Кримсон Форест, то есть лес Кримсон, это куда убежал тот пацан. Вот он говорит, Кримсон Форест находится в горах на западе. Нам лучше поспешить.
Ну, типа, там монстры, да, за городом монстры везде. Так. Ну да, понятно, нам нужно убегать туда, к порту обратно, и там уже телепортнуться в лес. Опять. Вот это я сейчас повисну. Ну чё, спим? Вот это я сейчас один-то буду переводить. Где-то снап. Где-то Ксендрир. Утро, колокол. Так, сейчас буду потихоньку переводить. Farmland, что это за слово, интересно? А, не понял. Передвижная. Ну, короче, походу техника сельскохозяйственная находится перед ним. Каем. Собирает овощи. А привет, Хоббит. Ну да, опять буквы. Причем один я буду долго это переводить. Ксенрир сказал, возможно, придет, если не проспит. Ну вот, видимо, проспал. А, собирал овощи мотыгой, что ли? Что-то какие-то немножко непонятные для меня эти все это грамматика. Ну, короче, он собирал овощи с глубокой концентрацией. Небо этой осенью. А, этим осенним вечером. Кримсон, это что? А, Кримсон это малиновый, оказывается. То есть там малиновый лес, а Кримсон Форест. Ну, небо этим осенним вечером глубоко малиновое. Ну, было малинового цвета, в общем. Возможно, мы должны позвать день. Ну, наверное, имеется в виду, типа, подождать до дня. Сказала... как это? Хэйвисет? Грузная женщина, которая владела этой фермой.
она... Привет, Тор. Она взяла в охапку овощи в корзине. Тор, копипаст бы мне не помешал. Очень даже не помешал бы. Видишь, я тут без снапа, без ксенрира мучаюсь. А, Тор, я видел, что ты начал стримить Тоху, но, во-первых, я опоздал, проснулся позже, во-вторых, уже, ну, сам стрим запланировал, ну и, короче, еще спойлерить не захотел. Так. Ну, в общем, вот эта вот владелица фермы взяла в горсть овощи из корзины. Кайм кивает и вытирает. А, вытирает пот с его лба. Ты очень помог, сказала женщина. Посмотри, как много мы сделали. Кайм ответил на ее фразу с... С легким кивком. Не с, а ну просто легким кивком. Ты все еще не можешь вспомнить, откуда ты, она спросила. Боюсь, нет. Хорошо. Да. Путь твой работа? Не понял. Странно, Google перевел, как вы работаете. Хорошо, хорошо то, как вы работаете. Ну, наверное, имеется в виду, типа, вообще просто, да? Хорошо работаешь. Ну, блин, не очень понятно. Она сказала с небольшой... ухмылкой, да? Вау. С небольшим хохотом даже. Чего тебе еще много... Есть смысл ВМ запускать только там файн. Не понял смысла предложения. А, мне все равно, и даже если ты стуны. Серьезный Кайм, что ты... Что ты будешь делать, когда вот это жатва, да, или что это? Ну да, урожай закончится. Я не знаю. Тор, это вторая или это страница, по-моему.
Я еще не знаю. А, ну да, я это же перевел и так. Я еще не решил. Да, ты вовремя. А тут интересный момент, походу про то, как Каем, короче, дочкой обзавелся. Ну давай, Тор, я пока видишь своими силами. Так, там есть много работы. Чтобы, ну, которые надо сделать здесь до зимы. А, даже зимой. Да, есть много работы, которую надо сделать, будет делать даже зимой, она сказала. Это хорошо, что... А, нет. Это будет хорошо для меня, если ты хочешь остаться чуть дольше. Спасибо тебе, сказал Каем. Она, ну, как бы работяга и теплый человек. Такой слово вообще первый раз вижу. А, это не та жизнь, которая позволяет роскоши. Но выходить на поля на рассвете каждый день и заканчивать работу с заходом солнца, это смягчает сердце так же, как и ужесточает тело. Они готовили покинуть поле, маленький колокольчик начал звенеть. Ну, не как они готовили, а когда они уже готовы были покинуть поле, маленький колокольчик начал звенеть. Час оставался отчасти, как за странно.
А, сейчас, ну, текущий час это еще рановато для вечернего этого. Ну, когда церковь вечером обычно звенит. Кайм смотрит вниз на дорогу у основания холма. Похоронная процессия движется медленно вдоль дороги. Скорбящие окружают тележку с лошадью. Ну, в смысле, ну не с лошадью, а наоборот, лошадь с тележкой. Несущий гроб. Ну, везущий гроб. Женщина. А как это перевести-то? Ставит, наверное, мотыгу на землю, убирает платок и прижимает руки вместе. Каем сканирует, ну не знаю, как перевести тут литературно на русский, но как бы, ну сканс, да, написано. Сканирует холмы. Ну, осматривает, да? Осматривает, наверное, холмы. Обнаружив, что все другие рабочие на ближайших фермах делают то же самое. Сложив руки, склонив голову и закрыв глаза в направлении вот этой процессии похоронной. Каем следует их примеру. Старик, ведущий похоронную процессию, ну, раскачивал маленький колокольчик. Его звон эхом раздавался среди холмов. Скорбящие проходили в тишине. Женщина в черном, в черной завесе. А, женщины в черной завесе, мужчины в черных пальто. Головы склонены. Ребенок в Не понял. В заднем локоте? А, ну похоже, ребенок сзади. Даже дети сзади игриво толкали друг друга локтями. Зная о значении смерти. Ну да, вроде так получается.
Хотя по смыслу, мне кажется, должно быть не зная, что ли. Ну, вроде бы тут именно знаю написано. Когда похоронная процессия прошла, женщина подняла ее свою голову и подняла свою голову и поморгала ее смоченными глазами. Кто скончался, идет домой, она сказала. Домой? Спрашивает Каем удивленно. Домой, в почву, в небо, морю, как и все живые существа. Каем кивает в молчаливом признании. Ну, согласие. Сколько смертей же он видел в этой бесконечной долгой жизни его? Все эти люди жили и живут в этом мире, хотя сейчас. Живут в нашем мире, и мы никогда их не увидим снова. В этом смысле смерть это событие бесконечной грусти. Сейчас. Ну да, так и есть. Если, однако, мы думаем, что в том, что они умирают, они идут назад к их дому где-то. Определенный комфорт и даже радость приходит. Смешивается с грустью. Но Каем, тот, кто никогда не постареет и не умрет, никогда не вернется домой.
Женщина черпает горсть земли, ну, берет горсть земли и говорит с глубокими чувствами: много жизней являются частью этой почвы. Не могу сейчас это понять пока. Жизнь крошечной жизни, вот это очень непонятно. А, жизнь крошечных живых существ мы не можем видеть. Жизнь увядшей травы. То есть жизнь крошечных существ мы не можем видеть жизнь увядшей травы. Если ты думаешь по поводу этого, наши овощи сделаны для нас ценой жизни многих других. В смысле, я где, Тор? Ты о чем? Трансляция идет, дропов 0. Ты о чем? Я вижу. Могу я спросить тебя? Сейчас о чем не пойму как-то. А, одолжение. Могу я тебя попросить об одолжении, Каем? Конечно. Если я. Так, шел-то тут должна, да? Если я должна умереть, пока работаю здесь. Ты рассеешь некоторые. А, немножко моего пепла на этом поле для меня. Ну, ты рассеешь немножко моего пепла на этом поле ради меня. Горстка будет, ну типа достаточно будет горстки. Каим не нашел слов, чтобы ответить. Он как это сказать-то? Ну, через силу улыбнулся. Муж умер, дети сами по себе. Женщина живет одна на ферме. Каем знает, что если он
продолжить работать здесь, то нравится это или нет, ему в конечном итоге придется... Стоп. Ну, придется наблюдать за смертью этой женщины, правда. Deathbed, не очень понятное слово. Ну, короче, со смертью этой женщины. Даже если она должна была умереть 100-200 лет спустя. Дотор, я уже понял. Колокол церкви звенел. Сигнализируя об окончании рабочего дня. Женщина сложила свои руки перед ней. И так же, как когда похоронная процессия проходила мимо, ну... Проезжала мимо. Мне разрешили приехать безопасно еще один день. За это я сердечно благодарен. Завтра может быть еще один здоровый день для меня. Ее голос в молитве звучит убедительно для Кайма. Ну тут немножко неточно, но не знаю, как лучше сказать. Ну, в общем, убедительная такая мы. Это происходит каждый раз, когда он слышит вечерний колокол церкви. Убеждение настигает его. А, его настигает убеждение, что ему здесь не место. Мэм, говорит он с женщиной после последнего удара колокола. Да? Вы сказали, что люди благодарят за каждый безопасный день и молится за счастье в тот же день, чтобы счастье пришло, потому что они знают, что их жизнь закончится.
Что-то не так, Каем. Больной покинет деревню, когда урожай закончится. Что-то я, правда, не понял. Что, кто больной-то? Ну ладно. А, почему вдруг? Что случилось? Я не имею права жить здесь, говорит он. Юки, привет. Нет, это просто называется «Тысячелетние сны» из игры Lost Odyssey. То есть есть такие вставки в игре, где текст много, типа там воспоминания главного героя. А с английским у меня не очень, поэтому как бы, а перевести я хочу, чтобы понять весь сюжет. Так вот. Игнорируя ее одурманивание, Каем поднимает корзину с овощами на, ну, в обе руки. Он еще раз хорошо, долго осматривает это, ну как это сказать-то, setting sun. А, заходящее солнце. А, чё, думал, сеттинг это наоборот, рассвет. Ну ладно. А, рассвет это rise, sunrise, ок. А, куда ты пойдёшь, Каем? Если ты покинешь это место. Я не знаю, куда-нибудь. Ты просто... сейчас. Не могу что-то перевести. Вы просто собираетесь держать блуждающих, как это? Ну, блин, это еще дословно. А как недословно, я не знаю. Ну, то есть не могу что-то понять смысл. Что хочешь сказать? А, может быть, она имеет говорить, типа, вы просто проходили, как бы... Ну, вы, типа, странник, и просто, как бы... блуждаете между такими местами, типа этого. Вот, наверное, вот такой смысл. Он говорит, у меня нету никакого места, чтобы прийти домой, сказал Каем. Подняв корзину на плечо, он начинает идти вниз по склону. Его спина ну, отливает красным в лучах заходящего солнца. Конец.
Сейчас я переключу монитором, братан. Итак, отправляемся в малиновый лес. Так, тут должен быть телепорт. Опа. Damn, they must be planning to invade Ura. Я не очень понял, ну вот эти вот военные, военная техника пошла. А что он еще сказал про Угру, что-то не успел вникнуть. Типа, короче, наверное, потому что готовится к войне. И типа это имел в виду с Угрой. О, здесь всего 20 слотов сохранения, я все выюзал. Да, кстати, это все еще первый диск идет. Crimson Forest. Пошли. Ничего там, пацан убежал далеко. Это реально малиново. Да, полуострова один прошел. Я слышал в городе, что... Ну, причина... Почему этот лес стал малиновым на года? Ну, блин, ну короче, перевел как смог. Это не просто цвет осенний, ну это уходящей осени. Опять я забыл за слово альтслау. Уже никакого не запомню. А, хотя... Инкритика. Хотя это невероятно... Невероятно интенсивный, видимо, процвет. Причина, по которой королева запретила вход, потому что малиновый лес проклят. Запятнанный кровью. Его также называют
лесом печали. Крови? Крови? Не будь занудой. Это было 500 лет назад, так? А? А, вот. Что? Скажи мне. 500 лет назад страна на востоке... вторглась. А, не пойму, вторглась в Нумару или Нумара вторглась что-то сейчас? Не пойму, все-таки, блин. Google переводит страна на востоке, вторглись Нумара. Но вероятно, все-таки Нумара вторглась в страну на востоке. Этот лес теперь малиновый. Цвет крови. Которая... типа утекла в той битве. Кто знает, как много тысяч забытых солдат лежат под почвой. Окрашивая этот лес красным. Навеки. Ну ладно, еще раз засейвимся, чтобы если что не грузиться издалека. Хотя тут все равно чекпоинта, тоже не будет. Так, смотрим по карте, куда нам лучше пройти-то. Я думаю, слева оббежим. Фрагмент кристалла взяли. Интересно, для чего он нужен? А, то есть везде фрагменты кристалла. Так, здесь нападают в этом лесу, я так понимаю, или нет? Зашел в лес, все ломает. Ну, семено. Семя. А, нападают. Так, ну я надеюсь, у меня с ними проблем не будет. Я, в принципе, не знаю, кто это. Грэн Тодд. Так, они водные, а против воды у нас что действует? Земля вроде как. А, у этой только белая магия есть. Ну, пусть тогда ничего не тратит. Пусть атакуют физической атакой.
А смысл, я думаю, не надо ману тратить, конечно. Ну, 19 потратил. Лол, почему в нее? Тора, она смертная, как Дженсен. А, они крепкие ребята, лол. Крепыши. Так, Юр. Пусть теперь тогда всех от яда избавляет. Блин, досмотрел сейчас. Ну, в смысле, скиллы разные или нет? Магия у нас одна на всех, только именно по уровням, то есть кто знает какой уровень, а на сами инвентарь магии он одинаковый. А, ты про это? А я не знаю, я же там ничего не выставлял. Надо посмотреть. Скилл же он выставляется через меню. О, сет выучил релакс. Так, свет. Ага. Релакс, хорошо. А стенд рейти? А, понятно. А вот походу у нее. Ну сейчас я зайду тогда. Ну вот, кастинг саппорт уменьшает время кастования магии на одного этого, ну, на одного персонажа. Концентрация уменьшает время кастования магии юзера. Это как это? А, ну то есть себя. Ну то есть и на себя, понятно. В чем разница-то? Ну в смысле, почему нельзя это на себя наложить, кастинг саппорт? Ангел Харт. Увеличивает количество HP, восстанавливаемое лечащей магией. О, прикольно. Ну и белая магия 1-2 уровня. Так, ей тогда надо черную тоже дать магию, наверное. Вот так. Вот это. Так, я сет еще ничего не поставил. А, в смысле, ей нужно экипировать другое. Это она выучила. Так, от вспышки. Ну, от осыпления, от килолона. Это не то. Ну, пусть уже вот этот...
поисковый, что ли, тогда учат. В смысле, она саппорт? Она маг. Так, он учит Recover Speed with Defend Used. Ага. А это что носит? Switch Protection. А. Ну ясно. Так, им надо вроде снять яд. А, или у нас после боя яд пропадает, что ли? Понятно. Тогда побежали дальше. Так, а что у нас тут? Это ботинок Макса. Я удивлюсь, если он поскользнулся. Вы знаете, это... Этот ребенок не такой... Не такой яркий после всего. А как это правильно перевести это? Ребенок не слишком яркий. Mac must be ahead of us. Let's go. Mac должно быть впереди нас. Вперед. Ну, мы вперед, конечно же, не побежим, да? Потому что мы тут еще не обследовали все. Тура и жук, поедатель душ. А пусть этого жука и... А, он, наверное, за GC стоит. Ну тогда жуку этих вот спирута давай. А ты кастани вообще призму. А Кук пусть лечит себе потихоньку, он зефиром. Блин, забыл про это. Ну, она все равно как-то не очень сильно влияет. Вот. Ну, тратит на 30 где-то больше зефиром сделать. Оу, это нормально. О, она неплохо лечит, о, классно вообще. Так, походу надо в любом случае атаковать главного. Он вроде бы накапливает, не знаю, что-то. Что-то он там делает нехорошее. Так, а никакого типа? Огонь, огонь, огонь. Ветер. А против ветра у нас что хорошо? А непонятно. Огонь, наверное. Да, GC мешает. Понятно.
Так, можно немножко часилка увеличить нам. А они пусть там кастуют огонь. Ну, а ты зефир давай. Давай еще огонь. Ты тоже можешь огонь. Хотя не, давай-ка ты вылечишь сет. Что-то у нее там потрачено. А, там еще отдача, когда физически бьешь. О, призма. Неплохо. Taking candy from a baby. Blood sucking needle, insect innards. Так, Каим выучил Guard Heal, и Куки выучила Prayer. Что за Prayer, интересно? Да, я думал, я один с призмой хожу. Вот, Guard Heal. Так, пусть учит второго уровня белую магию. Ассет. Не понял, а чем это отличается от обычного хила? Даже не знаю. Ну пусть у... Ну пусть Prayer учит. Так, теперь Кайму что-то надо экипировать другое. Ну пусть уже защиту от паралича выучит, что там осталось, 4 пункта. Так, она еще это не выучила. Ну ок, пошли дальше. Антипаралич. Так, тут какой-то тупик. Значит, что-то полезное. Пока не знаю, для чего кристалл фрагмент нужен. Ну, наверное, для каких-нибудь колец. Джаминг ринг. А, механических. Понятно. Что это? А, это уже было. Не вижу, чтобы этот кристальный фрагмент это нужен был. Значит, еще это другого, скорее всего. Так, а это что такое? Что-то странное. Не-не, оно не нажимается. Ну ладно.
Это люк? А, как спуститься? Никак. Сейчас пробежимся вниз, посмотрим, что тут лежит, и потом пойдем, вон там сверху что-то есть еще. Ну, я имею в виду на севере по карте. Так, ну и все, мы практически пришли к началу. Ангел Плюм — это хорошо. Да, все, короче, мы пришли к началу. You know, it's tough being so popular. О. А что-то у них жизни такие потраченные. А, после призмы не вылечил. Ну и ладно. Так, ну тогда лечите. Че, зефир? Зефир. Да ладно. Лол. И это еще он был за GC двойным. Тогда, возможно, Defend не помешает еще раз. Так, пусть поднимает Дженсона. Так. Ну он-то пусть атакует. Сет. А пусть тоже атакует, а эти будут лечить два. Не, пусть он конкретно себя полечит, а то что-то он совсем не очень. А Куки уже пусть учит, о, лечит всех. А, кстати, скилл. Ну, прейер. Давай прейер, кого он сет, пусть полечит, посмотрим, сколько вылечит. То один? Ну да, смысла нет, что-то. Что это еще? Ладно. В атаку. А Дженсен, давай-ка ты тоже в атаку. Призму. А вот Куки лечит зефиром. Что это? Килолон статус, а что он делает? Лолы отменили. Два раза кастанули, вначале наложили, потом отменили. Готовьтесь, там уже призма на подходе.
О, сейчас еще и она атакует. Ну-ка давай-ка огнем. А, они водные? Ну тогда давай водой, этой землей. Плохо, 406. О, призмы. Ну все? Нет. Печалька, что это за статус? Посмотрим. Ну, скилл недоступен или что? Могу себя пробовать атаковать с этим статусом. А, Cure Poison недоступен почему-то. А, потому что некого лечить, я понял. Тут нужно Cure Kill Alone должен быть. Пум-пум-пум-пум. Ну пусть вылечит сет. А, понятно, я понял, что за статус килола. Оу, ясно, понятно. А у меня есть что-то от этого статуса? А, походу одно только вот это киловитамин, да? Ну печалька. Будем надеяться, что они не наложат еще раз. Потому что Кайм и Куки пока могут атаковать. Ты тогда дефенд. А ты. Я не знаю. Граунд бомбу кидай. А Куки давай атакуй землей. Вот гады лечится. Убежал. Фух, вот и все. Немножко напряжные тут они уже. О, Куки 17 уровень получила. Так, Кайм выучил антипаралич, Сет выучила статус-анализ. Так, что теперь ему дать? Восстановление МП, да нет, это ладно. Ну пусть вот от сна учат. Так. Слот Сит еще можно вот. Пусть поровну будет, наверное. Так, антипаралич. Ну и пока вот это бесполезное поставим. Так, скилл линк еще учит. Сет. Статус анализ. Так, и все, да?
Ну да, ну бесполезно кому-нибудь поставим на всякий случай. Так, и она все еще учит prayer. Хотя, по сути, даже это я не пойму, зачем я это учу, но ладно, пусть будет. Так, ей надо экипировать что-то другое, ей тоже. Ну вот, пусть от Килалона учит как раз-таки. По сути, она даже не важно, выучила или нет, сейчас у нее иммунитет так и так будет. Пока она носит эту серьги. Что это? А, ничего не случилось? Ну, ничего не произошло. Похоже, кто-то сделал это, сделали восточные племена. Это сделано восточными племенами. Я догадываюсь, это не будет отвечать нам, пока мы не знаем, не выучим какую-нибудь спирит магию. Вон как. Печалька. Ну ладно, идем тогда далее. Вблизи болота. Название локации. Опять с этими человечками сражаться. А, нет, с букашками. Ну давай, сразу дефенд. Пока что повысишь. Так. Ветер, ветер, вода. Огонь. Так, ну Дженсен сразу же, естественно, кастует призму. А ты-ка давай-ка кастинг саппорт на Дженсена. Прикольно, посмотрим. О, он призму за один ход кастовал, классно. Да то имба. Они вместе вот имба. Так, ну ты тогда давай еще раз кастани призму, а ты уже лечи. Стоп, а че она? А, она не хочет ходить. Ой, убежал один. Призму за один ход, это классно. Правда, магии не напасешься. О, ответка. Призма, ответка. Ладно, зарубим его уже так. Вообще, укради что-нибудь у него. Так, Каин выучил белую магию левел 2, а Сет выучил Prayer. Смотрим, что дальше учить. А, ну во-первых, ему надо поставить белую магию уровня 2. Пусть Ангел Харт учит. Хотя вряд ли буду им использовать это. Так, а она что выучила? Prayer? Ну,
пусть вместо Credence Defend Boost будет. Ну теперь пусть выучит концентрацию. Так, все еще ищем кристальные фрагменты для чего-то. Ты и все? Это тот, который убежал. Надо Сет вылечить, что-то она не очень. Мимо? Да, мы потеряли время. Он прав. Стоп. Опять оно? О, не, не оно. Red Trend. Ну, по-любому призму, а ты давай-ка. Конечно, лечить надо, по идее, но все-таки я думаю. Кастинг саппорт. Хотя ладно, обойдется. Давай зефир. Ну, так уже лучше. Так, срочно лечить Сет. Крепкие. О, увернулся, молодец. А, да ладно. Призма. Нормально. Правда, они что-то крепкие. А кого они типа? Земля. А землю у нас чем? Ветром, что ли? Ну давай попробуем. А ты давай лечи по-прежнему. Вон, Сет еще нуждается в лечении. Да лола, они крепкие, кошмар. Жесть. О, ветер, да, ветер то, что надо. Ну-ка, давай тогда и ты ветер простой, потому что явно эффективнее, чем физическая атака. Все ветер. Всем ветер. Ну, кроме этой куки. Она пусть вон лечит Кайма.
Ой, Каем сейчас ляжет. Да, свяжет Каем. Ну, наконец-то. Ну ладно, хоть Сет полечила, тоже неплохо. Ну давай, поднимай Кайма. Дженсен атакует ветром. Акуки. А Акуки вообще ману жрет. Зачем бревна уничтожаешь? Ну, они что-то толстые слишком. Так, ну пусть Куки по-прежнему на лечении. О, все. Крепыши. Ничего не скажешь, крепыши. О, Дженсен выучил черную магию 3-го уровня. Интересно. Интересный поворот. А, запечатать и камень. Там есть заклинание. Соответственно. Сет. Вместо концентрации идет учить магию черного уровня 3. В смысле, черную магию 3-го уровня 3. Ну, блин, короче, понятно. Ну, Тор, ну, так и есть. Все равно пригодятся что-то. А, стоп! Оп, пока битва не началась. Надо же вылечить, а то они вообще не очень. М-да. Потраченный он что-то. Так, и надо Дженсену сразу ману дать. Чтобы во время боя не отвлекаться. Ой, да еще одну можно. И Куки. Чуть пока не вижу тут ничего. Так, куда бежать? Прямо или направо? Ну, вроде бы прямо тупик, значит, нам туда. Мы же любим по тупикам ходить. Так, надо запомнить, когда у меня будет спирит магия, мы бежим на эту локацию, телепортируемся. Тут что-то интересное. А когда у нас это будет спирит магии, я понятия не имею. Ну, когда-нибудь будет. Возможно, другой персонаж нужен какой-то. Опа.
getting old real quick. Эти? Понятно. Ну-ка давай, если ты Defend пока сохраняй, пока можешь. Ты сразу призму. А ты давай пока кастинг саппорт сделаешь ему. Хотя не, ману лучше так не расходовать. Так, им вроде бы земля, да? А, не, почти против огня. Не, стоп, против огня ветер, да? А, не, мне нужно против ветра вон там землей. Так, а пусть это нас пока GC охраняет. А Куки там лечит потихоньку вон Кайма. Сейчас призму в ответку, да? Так, давай-ка ему земли. И ты давай-ка ему земли. Призма. Скиллы, ну, вроде как да. А как же? Insect Inarts. Так, Куки уровень, да, взяла новый, отлично. Так, выучил Кайм Ангел Харт. Ну там же написано Тор 20, это что? Это сколько маны берет? Так, теперь он тоже учит третьего черную магию. Семя. Это мы потом кролику дадим. Не, ну как тот пацан здесь выжил? Я вообще не знаю. Может, он притворился одним из этих вот мелких созданий. С ним делать. Ну хотя вот смотри, Prayer, да, вроде бы вообще, вот у нее магии 50, ну вот пусть себя вылечит.
Так, Дженсен. Ну давай это. Она вода. А против воды у нас еще земля. Вот, видишь, концентрация 10, а это 20. Ну вот пусть использует концентрацию, да, если успеет. У нее было 95 мана. Вот 85 стало. А вот, ну да, в общем там у некоторых не написано, они могут. Короче, где не написано, значит бесплатное. А вообще хорошо, получается, что Prayer — это бесплатное лечение. Так, ладно. Да, понятно. Так, что тут у нас? Sorcerer Shrine. А, не-не-не-не-не, куда? Там сейф. Отдай мне сейф мой. Я не знал вначале, что это. Так, ладно, вначале сохранюсь, потом уже буду все тестить тут. А то я знаю, сейчас какой-нибудь босс вылезет. Что это? Ой. Покиньте это место однажды, если, типа, если ваша жизнь вам дорога, что ли? Ну-ка, сейчас, секунду. Ну да. В общем, если тебе дорога твоя жизнь, покинь это место. Ярость постигнет тех, кто... Дефайл перевело дефиле. Что это за слово? А. Ярость постигнет тех, кто сквернит этот священный храм, святыню. Ясненько. Весело у них тут. Ну вот я скверняю тут. Топчу цветы. Упасть нельзя. Вот и ярость. Ну опять вы... Так, Дженсен. Ну давай свою призму. Как обычно. Ну, Куки пусть лечит вначале себя.
Да, неплохо они. Пусть попробует еще дефенд пока тогда защитить. И ты тоже. А вон пусть призму кастует. А Фуки пусть зефир кастует. Ну и все, атакуем все. Ну что ж, он успел принять. Да, ну ладно. Так, Сет выучил LV3 и Black Magic. Так, посмотрим. А, жалко, она не может своим прейером лечить здесь. Бесплатно. Да, я думаю, это не помешает. Зефир. А. Ну, пусть ману, да, возьмет. И еще зефир. Все, теперь хил. И еще ману. Вот как-то так. Да, и кто там что-то выучил? А, Сет выучил черную. Блин, вместо чего ее поставить-то? А, ну вместо кражи, да. Нет, у меня там была не кража, у меня там был трешер анализ. Ну пусть будет LV3 Black Magic. Да, и что-то учит теперь новое. А, ну концентрацию она не доучила. Пусть учит. Поехали на лифте. Так, что это у нас тут? Камень лежит какой-то. Я не уверен, что я его хочу столкнуть. Именно в ту сторону. Ой. Да, интересно. И куда его? Сюда, что ли, столкнуть?
Ну вообще, конечно, непонятно, что если есть камень и дырка, то значит обязательно надо столкнуть. Ну вообще в играх обычно так, но... Довольно странно. Так, да нет, нет, обойди немножко. Ну, толкай. И что ты перестал толкать? Ну. Что-то как-то тупит он. Толкать ты будешь или нет? Не хочет. Может, вот так? Опа. Таблет фрагмент получен. Ну вот, то есть по этой фрагмент этой панели. А что я с ним могу сделать? Фрагмент, то есть, ну, в общем, вот этой вот таблички восточных племен. Какой-то ключевой этот элемент, посмотрим. Подземелье святыни. Так, Flames Fair, Balloon, Soul Eater. А, вот Soul Eater надо сразу. А. Я не понял, у них GC нету, что ли? Или она что-то тут не отображается? Так, и давай Defend. Ну, Джессон, как обычно, да, призна. А Куки пусть кастинг саппорт на Дженсона сделает. Потому что, возможно, с этими ребятами долго возиться вам придется. О, парализованный. Печально. Ох, ты ж сколько... Да ладно. Да они норм. Они норм. Блин. Ну пусть уж докастует призму. Жалко. Они не откинулись. Так, двое лежат.
что я могу сказать? Блин. Поднимаем. В любом случае поднимаем. Пуки. А свет пусть все-таки хотя бы одного убьет. А, мы же теперь видим, сколько у них здоровья осталось. Вот, точно. Вот этого она добьет точно. Спать улеглись? Ну, вот что-то устали они. Они же смертные. Устают быстро. Так. Пусть поднимает Дженсона. Ассет зефир делает. И Куки тоже зефир делает. Окей. Ну не убивай никого. Лол. О, убил всех. Вроде почти. Да. Печальная история. Да жесть. 119, 134, а у него здоровье. Блин. А, это не то, что я думал, блин. Я думал, оно много HP восстановит. ГГ, да. Опять этот камень тащить. На всякий случай проделаю все те же самые действия, все прочитаю. Что-то есть. Так, а что там со здоровьем? Ну блин, тогда надо сразу всех вылечить. Вообще пусть лечит Дженсен, он же много сразу вылечивает-то. Ну и достаточно. Что там со скиллами, я уже не помню. Понятно. Понятно. Камешек как-то не очевидно тащить, ну что, не могли сделать нормально, что ли? Ну чего он отпустил сейчас? Я не нажимал кнопку Б.
Тут это нападут, да? Оп. Кик. Интересно, нам тут дадут это Spirit Magic? Ой, там сейф вижу внизу. А, что-то только что закрылось. Чё это, типа, что-то фигня была. Дверь просто закрылась сама по себе. Это что, какая-то... это Spirit Magic? Там сейф я вижу. Ой, я нажал что-то. Ого. А я мог не упасть? Интересно. Опять эти ребята. +10, +10, +10, +70, +360, +220. Пусть на всех щит накладывают. Да, у нее скорость, похоже, выше, чем у Сет. Ого. Неплохо они там стараются. Зефир. Один, да ладно. Не успела она полечить немного. Стоп, или это у него максимально потратилось? Что-то я даже не заметил. Ну ладно, не суть. Мы поднимаем этого. Этого. А где? А, все, вот он тут. Естественно, зефир. Так, один минус. Да это жестко. Но он, в принципе, добьет его. Ладно, пусть она поднимает, наверное, Дженсона. А ты все еще зефир. Так, остался один этот пожиратель. Ой, минусанул что ли? Не, не минусанул. Давай, зефир. Это зефир. А, она замедлилась.
двух ходов делает. Вот и все, разобрали. Так, с этим выучила. Теперь учит, продолжает концентрацию учить. Так, и кто-то лечит всех. Да, и по-любому ману жрет. А, я так понимаю, тут отсюда все равно только лифт и все. Так что упал, не упал, как бы. Поднимаюсь так и так. Ясно. А, лол, ну, печально. Я понял. Снова на дно, ну да. Стоп, а там еще выше ничего нет? Нет, нет. Так, а здесь надо что, вниз бежать или прямо? Стоп, 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 я не хотел ничего нажимать. Там внизу что-то по-любому полезное, так что бежим вниз. А какой в этом смысл? Что, еще и загадки есть? Стоп, я теперь не могу, что ли, ничего с ним сделать? Назад не тащится. Лол. А, понятно, всего-то надо было, чтобы он дверь пробил. О, мы сделали это. Все верно, теперь поспешим. Давайте поспешим. А, теперь камни не будут падать. Как удачно. Так, а куда нам нужно? А, во, чуть не пропустил. Lucky Clover? Что это?
Типа клевер, что ли? Счастливый клевер или что? HP восстанавливается, когда критический удар получается. Ну, короче, при получении критического удара восстанавливает... неплохо. Кому же это дать? Какому неудачнику? Хотя нет, это надо кому-то дать учить лучше, да? У этого что? А, ну он уже от сна скоро выучит. Ну пусть выучит уже. Так, она тоже уже все скоро выучит. Ну вот кто первый выучит, тот и будет изучать эту штуку. Хотя лучше Кайму, конечно, потому что он иногда один дерется. Бывает. Так, это пнуть можно? Можно. И что, я сюда прибежал? А, ну правильно, я это там-то был проход, где дверь мы разбили, а это просто как бы собрать всякие штучки. Ништяки. You know, it's tough being so popular. Oh. Ну давай. Не, давай ты в дефенд уйдешь, а ты будешь атаковать. Ты как обычно призму. А ты. А ты. Не, кастинг саппорт, ну очень дорогой. Пусть он себя вылечит бесплатно лучше. Куда же еще можно взять-то? Так, их ветром, да, вроде бы надо? Я просто вспомнил, что от физической атаки сам ранишься. Она пусть пока бесплатно лечит, пока есть возможность. Okay. Да, она шустрая. А, это неэффективно будет. Против него надо... забыл. Какого типа? Ветер? Против ветра у нас... забыл, против ветра у нас что? Огонь? Да вряд ли. Но я понял, что-то вроде тут было странность с этим. Ну, попробуем. Ты попробуй огонь, а ты попробуй воду.
ты землю. А ты вообще лечишь на халяву. О, все 19 уровня теперь. Так, Каем выучил черную 3, выучил антисон, Свет выучила антикилолон, и Куки выучила третью, эту белую. Отлично. Итак. Каем теперь одевает Лаки Клава. Сет одевает. Ну, пусть он учит антипаралич. Доучивает. Такой тоже неприятный, наверное, статус. Вот, а по поводу скиллов. Теперь у него... Ой-ой-ой-ой-ой. Черная третьего уровня. Антипаралич. Антисон. То есть его нельзя усыпить, парализовать. Вообще никак. Ну все, вроде нормально. И скилл Линк теперь он учит белую третьего уровня. Так, ассет. Так, она что там у нас выучила? Забыл. А, антикилолон выучила. Даже не знаю, вместо чего поставить-то. Дадим ей еще один слот. Ну вот антикилолон. Такс. Также можно дать ману для Куки. И пойдем поисследовать. Оу, ты кто? Нормально. Сундук. Кубик Music Score 2. А, во-первых, мне уже не нравится цифра 2. Я что, первая пропустил? Что это такое-то? Аксессуар? Нет. А что это? Да, Д. Отличное объяснение. Лол, да... Я не хотел этого. Ну ок. Давай-ка на всякий случай GC увеличим до конца. Да давай так... Ой, 1220 здоровья. Печально. Какой у них тип-то? Ой, у них Spirit Magic. Сейчас что-то будет, да? Тип земля. Против земли у нас ветер, насколько я помню.
Ну давай, кастуй тоже ветер. Понятно, лучше магии. 84 совсем плохо. Тоже лучше. Так, пусть продолжает джесить, ржать. Ты давай-ка... Что там у нас? Ветер. Или... Давай-ка щит на всех. Так, надеюсь, они уже добьют одного сейчас. Ой, ну начинается. А, да, одного нет, а еще даже второму урон нанесли. Так, что бы ему такого сделать? Пусть GC продолжает держать. Че? По-моему, норм. Ой, сейчас как ультанет, и все в минус. Добьет? Есть. Не ультанет. Eastern Red Ore? Ну, возможно, даже что не зря, что я их убил. Что-то полезное дали. И что, их тут уже не будет? У-у-у, и все это. А, одного только? Это нечестно. Опа. Новую магию взяли. Третьего уровня. Это проклятие, да, вроде Кёрс? Да. Кстати, а что у нас третьего магия? Cure Seal. Cure Seal Party. А, ну вылечивает Cure. Cover. Крецвик, Варьер. А, интересно. Ну, типа, защищает кого-то. То есть, ну, на себя урон принимает у того, у кого кавер, от других. Вместо того, чтобы другим нанести урон, он на себя принимает. И килолон мы наконец-то взяли. То есть, мы можем от килолона вылечивает, соответственно, тех, у кого он есть, и накладывает тем, у кого нет. Отлично. А ничего не выучили, да? Как обычно. Да. Сейв. Ну, правда, тут есть еще что обследовать, но что-то я засейвюсь на всякий случай. Вот это что такое? А, это восстанавливает все, да? Странно. Это подозрительно. Это вот неспроста тут. Я сразу чувствую. Это по-любому сейчас будет что-то нехорошее очень. А, здорово. Да ладно, в принципе, думаю, даже хорошо. Ты дефен защищаешь. Ты кастуешь на всех All Shield. А ты... О, у него сил он есть. Кюрс. Ветер. И ты кастуешь ветер. Ну, в принципе, все по старой схеме.
Надеюсь, они не успеют ничего утонуть. Ну-ка, все-таки пусть попробует ветер тоже сделать. Ну, правда, он потратит мало этим ветром, он-то не такой уж маг хороший. Один готов. Ну-ка, сколько КМ потратит? Ну, 176, неплохо, в принципе. Пусть продолжает. Все ветер. О, ульта. Да, нормально. Ну хотя, блин, если это раз в несколько ходов, то это, конечно, вообще ни о чем. О, Каем выучил Critical Heal. Что за Critical Heal? Я же вроде такой не изучал. А, Сета учил концентрацию. Стоп, а что за Critical Heal? Не понял. А, не, все, понятно, да, учил. Попутал немного. Оставить-то это пока и некуда. Хотя здесь вроде бы нету пока врагов, которые усыпляют, поэтому можно пока поставить этот Critical Heal вместо антисна. Так, ассет. А, ну да, и теперь ему надо экипировать новую вещичку какую-нибудь. Так, items. Понятно. Ну пусть вот это от слепоты учит, в принципе. Так, а ей вот это вот то, что он учил, Lucky Flower. Счастливый клевер. Так, а она сейчас выучила концентрацию. А, ну и пускай. Единственное, здесь теперь надо что-то новое учить. А именно белые маги третьего уровня. Кстати, а Каем что там учит у нас по скиллу? А, он это и учит уже давно. Так, пойду вылечусь. А чё мне? Можно даже с этим сразиться. Ну ладно, не буду. А то скажут некоторые, что я качаюсь. О, слот сид, это хорошо. Ну, соответственно, слот сид мы сразу дадим Кайму. И да, сразу скилл туда экипируем. Антисон все-таки. Еще раз сейв. И идем вперед. Смотрим, что нам такого там страшного приготовили.
что с ним? Мак? Ой, он не очень. Сейчас я понял, почему это проклятый лес. Ну, если ты подойдешь, то может тебя тоже это задеть, это проклятие. Плохая идея. Посмотрим, что тут. Силен? Блин, а его же типа убивать, наверное, нельзя или как? Что тут? Какая тактика-то? А, у Куки здоровье. О. Так, ну давай какая МТФ Дефен на всякий случай, мало ли что тут. А ты давай на всякий случай щит на всех, опять же, мало ли что. Ну вот ты давай уже смотри, что тут. А, вон эти щупальца можно атаковать. У них здоровье 300-300, 520-300. И они элемент нон. Ну тогда давай... А, без разницы, давай огнем. А, еще и лечить надо. Так, давай какая-нибудь ты будешь все-таки дефенди до сих пор. А ты еще на баррикаду на всех наложишь. Ну давай-ка атакуй. Что это? Всего 30? Никакого статуса? Так, одну щупальцу убрали. Ты продолжаешь дефенд. А ты лечишь вот эту вот. Стоп, ее нельзя лечить? Лол. То есть, по сути, мне нужно просто за время его убить. Я не могу лечить. Да, давай быстрее, что тормозить-то. А, или может надо щупальцу это убивать просто, на которой она висит. Надеюсь, я не, самой куб повреждения не нанесу. Ладно, пусть физика атакует. О, неплохая идея была. Она сейчас потратится.
Ну а что я сделаю? Восемьдесят три, но по идее за один каст магии должен убить. Косяк. Хорошо, хоть позволяет продолжить, а то я что-то уже на секунду подумал, вдруг сейчас будет, типа, плохое развитие сюжета, просто идти дальше. Так. Но он с Defender неплохо сразу неплохо справлялся. Она ставит баррикаду. Так, этот начинает сразу просто атаковать именно ту щупальцу. Я что-то вначале затупил, думал, ее нельзя типа бить. Потому что Кук будет ранена. Так, давай Defend. Ты продолжаешь баррикаду, ты продолжаешь убивать щупальца. Это выглядит как ульта, а тратит вообще ни о чем. Так, давай-ка GC. Ты на всех щит. Ну, а ты как обычно. 235, там еще два хода как минимум надо. Так, ну пусть пока держит GC. Пока может. Больше четырех держит и нормально. Не удержал. Ой, только не говори, что другая щупальца ее схватит. А, ой, не, все. Так, это уже интересно. Ну теперь-то мы знаем, что делать. Так, не, ну, сейчас вначале вылечим кухню.
Дженсен-то кастует теперь у нас призму. А кук зефир. Замедление это вообще неприятно. Вот. Неплохо она там лечит. Он все еще может поддерживать, так что. Да. А, у нее мана закончилась. Ну, пусть ману сожрет. А ты тоже давай призму. Да, уже GC почти не держится. О, это эффективно, да. Ну, по крайней мере, лучше, чем настолько же дамажит только одну. Все еще GC пусть держит. И ты, кстати, тоже. Заодно там вроде лечишься, когда это фэн. Ну ты давай призму. Две призмы у нас будет еще. Так, Кайм, держишь оборону. Так, пускай она тогда увеличит время, уменьшит время кастинга, колдования. Будет за один ход делать призму. О, все, три щупальца отвалилось. Теперь вторая фаза. А теперь маг страдает, а кого надо дамажить? Так, посмотрим, что, а кого дамажить то мака? Блин, как-то это косячно. ДФ, ну в смысле? Ну а нам-то надо как-то что-то делать, а мы не можем ничего делать, кроме как это. Блин. Ладно, пусть пока лечит, сейчас посмотрим. Вот мы эту хрень-то не можем атаковать. Ну, бить мака, да. Ну, бить мака это не то. Attack, ну да. Но лес контролирует его. I wonder if there's a way to neutralize him without hurting him. Guy's nothing but trouble. How about knocking him out? Так, пусть пока дефенс делает. Ты полечи себя. Ты еще раз полечи всех. Okay,
Так, атаковать мы можем только его. Давай полечим его. А, мы не можем его полечить. Ну как так-то? Может, его усыпить надо? Давай defend. А его у него украсть что-то можно? Нет. Давай тоже пока в defend, посмотрим, как лечение подействует. Ну а ты просто полечи кого-нибудь. Он себя. Ну, Тор, это здравый смысл называется. Чтобы лишних случайных действий не сделать. Так, и не понял, что мы полечили. Мы вроде бы не полечили. А, стоп, мы не лечили, мы его усыпить пытались. И он, по-моему, не заснул, да? Насколько я вижу. Или заснул. Понятно. А что за печать? Может, его запечатать надо? А, лол. А почему это можно на него, на вот этого наложить? Как-то непонятно вообще. Ну, Тор, так тут вообще конфуза вроде нету. Ну, это же другая система. Когда конфуз надо сбивать, тогда ты можешь атаковать по своим. Мисс. А, во, почему-то призму я могу. Стоп, я вообще магию, что ли? А, так я... Блин, я магией могу его атаковать. Что за... Чё я тупил-то тогда-то? Ну, я думаю, ничего страшного, если все в атаку идут пока. Да, Юки Слоу, да. Не спорю. Даже не спорю. А сколько у него здоровья, чуть не обратил внимания? Чё за тень? Ууу, нормально. Дефенд сразу. Огонь. А, здоровье не показывает. А, показывает. 137 осталось. А, да это... Это Яо называется. It would have made Mom if you died. Yeah, I know. Why'd you go alone? Почему ты ушел один? Почему ты не сказал мне? Because, Cook,
You're always so cranky when someone wakes you up. Well, sorry, but still. I wanted to show Mom those flowers. I thought if I came here, I could meet her. I wanted to talk to her. You can't do that. Mom's dead. You won't ever see her again. Ну, типа, он хотел с ней поговорить, с мамой, и она говорит, что она умерла, ты не можешь с ней поговорить. Tell me, Kamen, when someone dies, what happens to their soul? Do you know? Как кто-то умирает, что случается с его душой? Haven't you ever seen anything? No. А, это типа я. When people die, they just go away. There's any place a soul would go. It's in your memories. People you remember are with you forever. Лирум типа не в ваших воспоминаниях остается. Лирум останется жить в ваших воспоминаниях. И это хорошая вещь. Let's return these flowers to where they belong. Что, третья фаза? Well, not to me. The other one felt evil. But this is different. It's warm, tender. It's almost tranquil. Right. Ow. You two get back. Вы двое уходите назад. Типа они говорят, это то, что атаковало Мака. Нет, это что-то другое. Что это? Удивительно, это чудо. Это мама. Мама здесь. Мама, я найду бабушку. Warm. The warmth of her soul. Lirum's brought us a miracle, Kain. Miracle. Always keep you in our thoughts, Lirum. О, все, дошли до второго диска. Кстати, еще даже я тут нашел фишку, короче, как посмотреть, что за ачивка. Ну, скорее всего, ачивка типа первый диск пройден, да, но... В общем, если я смотрю через прогу Xbox Games на WinRT, то тут ачивки почему-то на английском. Вот. Просто ради интереса сейчас гляну, чтобы знать, что там написано.
А, ну да. You have completed disk 1. Ясно. О, вставить диск 2? Ну блин, я от этого не понимаю. Зачем мне вставлять диск 2, если я установил все 4 диска? О боже. Понятно, уйти. Что еще? Вообще, в принципе, на этом может быть и закончить даже стоит. Сколько я стримлю уже? Где-то 3 часа. Сейчас я гляну. Ладно, давайте на этом, наверное, закончим на сегодня. По крайней мере, с этой игрой. Так что, если у кого-то есть замечания, предложения, жалобы, пишите, как обычно, в чат. Вот. В следующий раз стрим будет по Lost Odyssey, наверное, в воскресенье. Вот. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока.